Друзья мои, всем привет. Я сегодня не с докладом, а с вопросом. Может быть, кто-то знает, где взять вот такую вот лоханку, такую же большую, пластиковую, прозрачную, но не такую стрёмную, не из-под огурцов или капусты, да? А цивилизованную, красивую, аккуратненькую. Такое ведёрко. Или контейнер. Ну, желательно, чтобы пластик был не технический, а пищевой. Или, может быть, из-под какой-то игры детской, из-под конструктора. Главное, чтобы это был пластик прозрачный, бесцветный, без дырок. Вот. И экологически благополучный. Экологически допустимый. Вот. Я в нее... Вот, сажаю орхидеи, как вы поняли, и всякую разницу. Всякую всячину. Вот. Но орхидея, кстати, сказать, я сегодня вот... Она мне понравилась. Вот именно этот сорт понравился. Я его опылила сегодня. Да я их все опыляю, но этот особенно охотно. Если видно, там пыльники уже свободны. И пыльца находится... Там, где надо. Вот, может, так лучше видно. Так, вот. И другой цветочек тоже покажу. Вот, опылён. Вот, хорошо, что я отсняла, потому что после опыления они станут вянуть. Вот. А что касается этих вот штук всяких, есть же, выпускаются вот маленькие всякие, да, для орхидей. Такие вот с отверстиями внизу. Ну, вот это побольше немножко. Но все равно маленькое, во-первых. А во-вторых, это же не горшок, это сопля. Он очень мягкий. Вот. Так что... Вопрос, где взять такую штуку? Может, у кого-то их целая закрома? Делитесь, товарищи. Я с удовольствием или куплю, или поменяю на что-нибудь, на какой-нибудь цветочек. Так, еще показать разочек орхидейку. Мне реально нравится. Реально нравится. Остальные до этого мне как-то казались так себе, а это очень красивое. Ну, не пахнет. Вот эти все фаленопсисы, я не знаю вообще говоря. Я ждала аромата. Аромата нет. Ну, ладненько. Сумбурненько. Но, тем не менее. Всем пока. Всем пока. Не могу выключить. О, все, пока.